Всем привет и привет, и с вами Android Androidыч. Сегодня у меня для вас очень крутая игра, потому что сделана просто отлично. Хотя жанр у нее такой стандартный экшен RPG, а сама игра называется Heroes Skyrim. Она является закрытой бета-версией, поэтому вам придется где-то ее найти. Русланский игра занимает около 2 гигабайт. Она на английском языке и требует обязательный доступ в интернет. По сюжету вы будете защищать королевство под названием Skyrim. И вам предстоит выбрать из нескольких героев и попытаться спасти мир. Каким образом вы управляете своим персонажем? Все очень просто. Имеется два джойстика. Одним джойстиком с левой стороны вы можете управлять им, передвигаться другим, используя различные удары. Помимо этого, если у вашей команды несколько игроков, вы можете их поменять. У каждого персонажа есть свои атаки, комбо-атаки, магические какие-то удары. И также есть совместные атаки, которые появляются, если вы накопите определенное количество линейки. В игре вам встретится большое количество персонажей, боссов и много всего остального. И имеется типа городов, в котором вы сможете купить броню, оружие, купить новых героев и многое другое. И карта, по которой вы будете перемещаться для того, чтобы уничтожить различных врагов. Меня впечатлила реально графика, атмосфера и музыка у данной игры. Есть очень много таких игр похожего жанра, и ни одна из них не притягивает, как именно эта игра. Вот я сам не люблю такой жанр, но именно эта игра меня заинтересовала. Во-первых, графическая игра сделана офигенно, очень симпатично, как вы сами видите. Музыкальное сопровождение отпад, и атмосфера в этой игре присутствует как ни странно. Всего будет присутствовать более 30 игровых героев, 9 человек в команде могут быть. Вначале, когда вы будете проходить данную игру, вам придется выбрать из трех персонажей. Это из чувака с мечом, из робота и из девушки-магички, которая может использовать различную магию. От этого зависит, кем вы будете проходить. Давайте перечислю плюсы этой замечательной игры. Ну, плюсы, конечно же, шикарная графика, крутая музыка, крутая атмосфера, множество персонажей. Ну, короче, идеальная игра для своего жанра. Минус только в том, что она является закрытой бета-версией и пока еще недоступна всем и вся. А так игра просто офигенно сделана. Если вы являетесь фанатом такого жанра, вы обязательно должны скачать данную игру. Ссылочку оставлю под видео, но, к сожалению, она недоступна в нашей стране. Придется вам искать где-то в другом месте. Однозначно поставлю этой замечательной экшен-РПГ 5 с плюсом, потому что она реально того стоит. Если вам понравилась игра или обзор, обязательно поставь лайк. А с вами был незабываемый Android Androidыч. До скорых встреч!